Do'stlar, aziz vatandoshlar, Xalq banki lotereyalarining ashaddiy ishqibozlari. 24 мая, и вот уже 135-й тираж лотереи «Суперлото», игра 6+1, наш прямой эфир, а иначе просто не может быть, начинается. 6+1, «Суперлото»да бүгін 135-й ютублар тиражы, ва диққат қыласыз, бүгін барча категориялар бойынша ютуб фонды суммасы джамы 6 миллиард сомдан зиёт. Сегодня сумма призового фонда по всем категориям перевалила 6 миллиардов сумм. Эндесе эң кызыкарлысы супер ютук биринчи категория. 4 миллиард 265 миллион 7500 сум. Первая категория, то есть суперприз, то, что хотят выиграть каждый, 4 миллиарда 265 миллионов 7500 сум. Икинчи категория кетти джекпот 1 миллиард 647 миллион 327 250 сум. Третья категория или малый джекпот 60 миллионов 85 тысяч 688 сум. Ва төртінші категория, яғни бешталик 72 миллион 102 825 сум. Есть еще три категории, где выигрыши фиксированы, в отличие от первых четырех. Пятая категория 1 миллион 200 тысяч сум. Алтыншы категория брюзигерма мин сумдан. И седьмая категория 60 тысяч сум. Бүгінгі теле ойынны кузатып баручы хайат раисы ва унинг азаларны хам бірма-бір таныштырып отсак. Тангиров Якупжан Давлетбоевич, Халкбанкы маркезий аппаратыда бөлім башлығы хайат раисы. Член комиссии Кувотов Даврон Мадихунович, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка. В Аллабаева Наргиза Шамуратқызы, Халкбанк маркези аппарата етекчі мутахасис хайат азосы. И еще цифры. В сегодняшнем тираже участвуют 26 193 билета, и они содержат 93 362 всевозможные игровые комбинации. Рахмат, миннадормыз ва дискны топшырамыз, ройхаттан өткен билетлер түшірілген диск. Ва... Ну, без лишних слов, запускаем вас с удачу, ловите, начинаем. Ха, біз бошлаймыз, сіз хам, дыққатны, этиборны асло узоқлаштырмай. Демак, этиборымыз бірінші лототронда, 40 шар жойлашкен бу лототрондан 6 шарны кызатамыз, сіз билетлерні текшіріп. Бірінші шар, 2. Первый шар под номером 2. Икинчи шар бізді бірінчі болышын стады, ва ниятыге етті. Навбатта икинчи шар болады хазыр. Мана у. Бу 30. 30. Для скептиков отмечу, что, во-первых, все происходит в прямом эфире на ваших глазах. А во-вторых, обратите внимание на скорость вращения шаров, насколько там мощный воздух. Торт. 4. И какой именно выпадет шар, вытолкнется, так скажем, пробьется в лидеры, вперед. Даже сам шар не знает. Не говоря уже о нас, о людях. Ха. И об организаторах. Опа, топ. От ты сакис. 38. Торт-то шар, что я на кто шар на кузатамыз. Кызгарлы саниялар алдында. Бешінші шар бар, бу 10 рақамы. 10. Ва соңгы 6-шы шар. Бу 36. И 36. Пока же мы повторим выпавшие числа из только первого лототрона. Это 2, 34, 38, 10 и 36. Демак, 2, 30, 4, 38, 10 ва 36 ракамлары биринчи лототрондан түшкен ракамлар. Навбатта икинчи лототрон. Бу ерде 20 шар, бар йогы биттасыны көрамыз. Кайсы шар юртошларымызге ихтимолий, демак, супер ютукны тақдим етерді. Чунки Hozircha 134-ta tirajda super yutuq egasi aniqlanmadi. Hozircha. Va bu 16 raqam. И шар, который решит или решил судьбу суперприза под номером 16. Вот таким образом. Почему называется игра 6+1? Нужно угадать 6 шаров из первого лототрона, 6 из 40, и один шар со второго лототрона, там всего 20 вариантов. То есть можно зачеркнуть все, купить столько билетов и по умолчанию
тут будет у вас уже решено. Кстати, количество билетов, конечно же, не ограничено, а вот ваши шансы заметно увеличиваются. Ха. Natijalar chiqquncha bir necha daqiqa vaqt kerak bo'ladi bizga, sizga, har birimizga. Va bu natijalardan albatta umidvormiz. Yaxshi xabarlarni sizga yetkazamiz. Bir necha daqiqa sabr qilsangiz kifoya. У меня очень яхши хабар ларвор. Сильно заметно. Да, знаете почему? Нет. Вчера я была в городе Турткуль. Мы всей семьей прошлись по центральному базару. Оказывается, в этом городе очень любят все лотереи Халкбанка. Очень много игроков, все прям, это вы! И мы со всеми обнимались, о чем? Со всеми фотографировались, всем я желала удачи. И, конечно же, я лично сыграла в пункте Paynet. А вы знаете, что играть можно в любом из филиалов Халкбанка, но вчера был выходной, банк закрыт, поэтому Paynet тоже очень удобно, прямо на этом Турткульском базаре. И я вот даже взяла с собой эти лотерейные билеты. Ага. Да. Кстати, удобно, да, хранить в чехле телефона. Телефон-то уж точно с вами всегда. Я сыграла и в Омад-лото, и в Супер-лото. Два билета. И в Шарко-на-лото. То есть, вообще, вот у меня 4 билета. Мои дорогие, поэтому помните, важно и нужно играть, тогда только все получится. И всем вам привет, я обещала. Димак, вада берілген екен. Амкасбым Евгений Томондан. Мана шу юрташларымыз жуда көп йығылған базарларда. Димак, Paynet шахапчасыда харид қылынген. Ва біз хақылардық ки, мана сіз хам бізіні тамаша қылып, жанлы эфирді бізіні көріп тұрып, сізді хам хақыш істек ұйғансын, Халкбанк лотереяларға ишонч пайда болсын. Ва албатта сіз хам ғалыбларымыз сафыдан орны келдін. Ғалыбларымыз саны есі har bir tirajdan tirajga o'tayotgan bir vaqtda ortib boryapti. Bu juda ham yoqimli holat. Sizda hozir imkoniyat bor-ku, xarid qiling, belgilangan raqamlarni jonli efirda Navo telekanalida bizni tomosha qiling va albatta baxtli bo'ling, yanada baxtli bo'ling. Кстати, там в Турткуле я встретилась с одним из победителей. Он выиграл в лотерее Омад-лото 2 с лишним миллиарда сум. И он мне показывает наше с ним фото. То есть раньше в лотерее Омад-лото, не знаю, как сейчас, победители, они приходили в студию, и вот мы с ними общались, фотографировались. Представляете? Ха. Конечно, у него есть вера, доверие, он продолжает играть. И нет сомнений, что выиграет, потому что важно действовать, а не просто там в голове хотеть, желать и сидеть. Ха, сдэнатиджелар борбас, кабулгламас, ва... Курамыз бүгін ғолы бормекен? Ну, Сагдиана уже видит, теперь видим и мы. Рахмат. Объявляем. По 7-й категории количество выигрышных комбинаций 86, сумма выигрыша на каждую 60 тысяч сум. 6-й категория бойчы, бұрыс 36 нафар юртошымыз, бұрыс 20 мин сум, да, қолгі бірдіші. По 5-й категории количество выигрышных комбинаций 12, сумма выигрыша на каждую 1 миллион 200 тысяч сум. 4-й категория бойчы, 2 нафар юртошымыз, 36 миллион 51 413 сум. Табриклаймыз, куплаймыз. Поздравляем вас, два счастливчика, которые только что выиграли по 36 миллионов 51 тысячи 413 сум. Третью и вторую категорию вы видите, там по нулям. Ну и, конечно, главный вопрос, да или нет? 6 плюс 1, угадали или нет? И наш ответ? Йо. Даже это не наш ответ. Это результаты, которые выдала система. Да, сегодня суперприз никто не выиграл, но он опять возрос. Албатта, эндиликте, бриз 36-й тираж учен Халкбанка, супер ютук макдорна елан кулады. 4 миллиард 320 миллион 223 мин 875 сум. Ана. Вопрос к председателю комиссии. Все это ли вас, прошло да? Согласно правилам? Рахмат. Oyin lotereyalar faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablar asosida o'tkazildi, e'tirozlar yo'q. Katta rahmat, e'tirozlar yo'q. Biz doimgidek xursandmiz har holda. G'oliblarimiz soni yanada ortdi. Siz ham xursand bo'ling, siz ham harakat qiling va g'olib bo'ling. Чтобы выиграть, надо просто играть, верить и действовать. У нас все. Пока. Ko'rishguncha salomat. Кстати, мы не сказали, что понедельник и четверг суперлото в прямом эфире. Да, они реально все знают. Он еще.